Башкортостане на базе городских поликлиник открыли 3 отделения лекарственной противоопухолевой химиотерапии. Речь идет о Белорецке, Бирске и Кумертау. Как пояснили в региональном Минздраве, отделения являются филиалами республиканского клинического онкодиспансера. Их работа позволит повысить в городах республики доступность и качество оказания медицинской помощи. Первый такой филиал был открыт в Стерлитамаке на базе первой городской больницы в ноябре прошлого года. Как отмечают в ведомстве, он показал свою эффективность и необходимость для населения республики. В филиале проходит лечение жителей Стерлитамака и соседних районов. В марте этого года в Башкортостане открыли еще 3 таких отделения. Препараты для лечения заболеваний, особенно 4-й клинической группы, ну и частично 3-й клинической группы пациентов, они являются новыми, современными, дорогостоящими. Плановая финансово-хозяйственная деятельность и бюджеты учреждений многопрофильных больниц, они не позволяют иметь широкий спектр вот этих препаратов, необходимых для лечения разных нозологий. То есть они могут покупать под конкретного пациента, но процедура закупа занимает определенное время. А наш онкологический диспансер является учреждением 3-го уровня, центральным учреждением, и поэтому мы закупаем все необходимое для лечения жителей республики. То есть у нас весь спектр вот этих препаратов имеется всегда в наличии. Специалисты отмечают, главный плюс создания таких отделений – возможность для пациентов получать все необходимое лечение в своем городе. Раньше для этого требовалось ехать в Уфу и в условиях стационара проходить терапию в республиканском онкоцентре. Сейчас лекарства привозят непосредственно в филиалы. Все пациенты, которые до этого лечились в башкирской столице, теперь будут переведены домой.